Рядом с нашим домом продается вода. Мы пришли к этому магазину, уточнили стоимость, нам рассказали, что такой бутыль воды с доставкой стоит 8 белорусских рублей. Если дальнейшее пополнение воды, мы можем только позвонить по номеру и нам привезут. Это очень удобно, когда тебе привозят доставку к двери. Инси, но сука, вот ты пай. Кокуса. А? Привет. Всем привет. Сегодня мы решили съездить на рынок, посмотреть местным, что там продают, какая стоимость. Так как в магазине стоимость очень отличается от стоимости на рынке. Например, на фрукты и овощи. Покажу немного местного рынка. Я считаю, работа водителя – это самое сложное. Потому что пока ты доедешь к назначенному времени, ты можешь посидеть просто. Ура! Наконец-то мы приехали на рынок в Коган. Это время заняло дороги около 30 минут. Очень огромный выбор продуктов, морепродуктов, мясных изделий. Мы решили купить рыбку. Мы покупали 500 грамм рыбки, и у нас продавец сразу спросил, нужно ли порезать, убрать внутренности. Мы, конечно же, сказали да, чтобы нам почистили ее. Кугон Public Market. Да, впервые. Первый белорусский. Недалеко от нас, рядом с нами, проезжал мужчина. Он перевозит таким способом воду. Pila pong kilo niya sa pasayan mo? Ha? Ayan trip, no? Ayan na, dalawa, dalawa. Pasayan, tinikoses pa ka na? Dugoy ras, nagdata? Dugoy ras. Dili lang sa daw. Nice one. И следующий, когда мы домой, рамбутан и лансонис. Очень много выборов. Да, много выборов, да. Да, очень. Жалко, что... А? Жалко, что очень далеко нужно ехать. Очень далеко ехать, да. На рынке столкнулись с тем, что продавец неправильно назвал стоимость. Мы его начали уточнять, и он еще другую стоимость. И в итоге на третьей стоимости только остановились. И такое бывает, оказывается. Selamat, selamat ah. Asto ay sundar kay. Kalaman si pila yung? 15 sir. 15? Papalit ka po isa ka yung ani ma'am? Sindi sa kapit. Asa ko na. Oh, sir. Okay. Pabili nito ma'am ha? Ano na lang ba pila na? Wala na kilo. 160. 30 na. 30 na. 25. 25 katong 20. Asa tapit na dana? Ano no? Мы вышли с рынка с наполненными энергиями, с наполненным хорошим настроением и еще увидели, что продается ланцонис рамбутан и еще решили купить эти фрукты. Чуть позже мы еще купили дуриан. Мне очень хотелось попробовать дуриан. Ура! Мы выбрали очень много фруктов. Это такой должен быть? Да. Ну такой специфический аромат.
Не нравится, скажешь мне, если не нравится, не надо дальше. Вообще разный аромат. Чуть-чуть запах другой, когда чуть-чуть вкус, совсем другой. А сейчас вообще другой. Сейчас? Да. Если не есть, то запах, он очень легкий, и да, нету такого, что он там воняет какашками, как многие пишут, да? Нету, да, такого. Не, запах нормальный вообще, вот. Да? Я могу спокойно его, ну, нюхать. Ну, просто вот именно вкус, он совсем специфический.